Я встретил девушку мечты. Не то чтобы воочию, с такой небесной красоты любой не спал бы ночью. Она открыта, как я сам, и искренне со мною. Но что-то нужно небесам, чтоб стать ее любовью. А я старался лучше быть и стал курить поменьше. Но я не смог ее забыть, и голосок нежнейший. Она звонила, для чего? Не стал тогда я брать трубку, ведь кровоточила еще сердечная зарубка. Может, ей стало жаль меня, или загрызла совесть. Люблю я, честно говоря, хоть и на сердце горесть. Может, подумала она, что мне уже не важно, и нужны ее слова, что я их принял праздно. А я ей верил на все 100. И так мне стало тошно, я с головой во тьму ушел и весь остался в прошлом. И там, где звучали те слова в ее устах желанных, когда кружилась голова от чувств тех первозданных, когда открытая душа с ее душой сроднилась, и жизнь вдруг стала хороша и круто изменилась. А что теперь? Теперь на сердце крупный шрам, оставленный любовью. Боюсь, что он пойдет по швам и истечет весь кровью.